Большинство людей желают изменяться. Внешние изменения – очень важный фактор. Заполучить тело Аполлона – справедливое и законное желание. А цель фитнес-клубов и спортзалов – предоставить нам этот результат в короткие сроки. Но в первые тренировки выясняется, что это очень тяжело. Особенно для неподготовленного человека. Именно поэтому многих ждет разочарование. Они бросают тренировки, возвращаясь к своему привычному образу жизни. Но на секундочку, это же основной контингент всех клубов и фитнесов. Это та группа, которым требуется помощь. Но в силу лишнего веса и отсутствия подготовки, в процессе тренировок у них возникают боли. Боли в суставах, боли в мышцах, боли в спине, чрезмерных, непривычных нагрузок. Ну конечно, грамотный фитнес-тренер подготовит программу питания. Тогда зачем нужен фитнес-клуб? Именно по этой причине необходимо совмещать современные технологии со знаниями диетолога, профессионального тренинга. И вы удивитесь, солярий помогает худеть. И РЛТ-терапия.